Меня зовут Екатерина, город Липецк. Франшизу приобрела в апреле 2018 года. Стартовала в июне. Почему приобрела именно эту франшизу? Рассматривала много разных вариантов. Потому что, на мой взгляд, виртуальная реальность – это технология будущего. Причем сейчас заняты все отрасли развлекательные, а конкретно образовательный контент, он практически свободен. То есть это эксклюзивно. Подкупила, честно говоря, увидев просто клип «Внутренность» виртуального планетария, когда там «Астралис» этот фильм. Это просто был вау-эффект, даже просто в телефоне. Потом я посмотрела все видео вообще про Altair VR. Сложилось приятное впечатление. Опять же, то, что окупаемость, реально помощь на старте, максимальное обучение сотрудников. Это действительно так. С первого дня каждый день звонки, поддержка, вопрос, почему, что, как, чем помочь и так далее. Причем в любых вопросах, что юридических, что просто каких-то наболевших, обычных человеческих. Спасибо вам большое. Я думаю, что у нас хорошее будущее, очень перспективное, все будет окей.